Всем привет! Это снова я и снова в той же самой локации. Мы находимся сегодня целый день за городом. И сегодня у меня будет несколько рецептов отсюда. Буду снимать на этой кухне. Поэтому перцы мы уже поготовили с мамой моего мужа. Вернее, готовила она, я только снимала. И еще у меня для вас отсюда будут два классных рецепта. И не знаю только в каком порядке они будут выходить. Это будет суп-пюре с грибами. И сейчас давайте начнем готовить лепешки. Итак, давайте будем делать лепешки. Для этого берем какой-то ковшичек или кастрюльку, полстакана вот такого вот густого йогурта. У меня простокваша. Так, вы тут не пугайтесь. Это у меня просто домашнее молоко из кастрюли. Буду черпать половником. Полстакана молока. И полстакана растительного масла. Все размешаем и поставим на плиту подогреться до тепленького. Теперь берем эту подогретую смесь. Добавляем одно яйцо, пол упаковки дрожжей свежих. Одну ложечку сахара, одну ложечку маленькой соли, размешаем. Теперь муки берем, примерно полкилограмма, может быть чуть больше, чуть меньше, будет зависеть от муки. Просеем сюда где-то половину от нужной нам нормы и вместе с мукой просеем пол пакетика разрыхлителя 6 грамм. Теперь перемешаем. Добавляем теперь муку до гладкого однородного теста, вымешиваем. Тесто, муки, в тесто муки, вернее, добавлять прям сильно много не нужно. Лучше повымешивайте его. Вот я сейчас его буквально минут 5-7 повымешивала. Посмотрите, собрались все остатки. Клейковина стала развиваться. И он, тесто легко собралось. Вот посмотрите, в шар. Теперь в эту же миску капельку растительного масла капнем, смажем донышко и края. Тесто можно немножечко смазать сверху или вот так вот сделать раз и оставить тесто на 1 час. Кроем его или пленка затянем и на 1 час оставим. Отлично подошло тесто. Немножечко стол присыпала мукой. Обмять его. И разделить на 2 лепешки. Сформировать в шар. Thank you.
и оставить на столе еще минут на 15. Тесто подошло, посмотрите, как хорошо полежало еще минут 15-20. Теперь не нужно его обминать. Руки смачиваем растительным маслом. Лист застелен бумагой. И берем переносим на лист, растягиваем руками лепешку. Знаешь, что треба мне еще один плех, нечем стать и две. Тянули вот такую вот достаточно большую лепешку. После того, как лепешки постоят на листе 15 минут, я беру одно яйцо и 2 столовых ложек вот такого либо густого йогурта, либо простокваши. Яйцо немножечко подсолено. И на 2 лепешки распределяю. Сейчас смазываем верх лепешки. Вторая у меня будет с сыром. Можно брать фету. У меня вот такой вот домашний сыр деревенский. И посыпаем. Это по желанию. Ну, очень вкусно тоже получается. Черный кунжут нигела. Все, духовка разогрета на 180-200 градусов. Все знаете свою духовку. Если сильно жарит, то наоборот, если сильно жарит, 180 градусов. Ставим, выпекаем минут 15-20. Вот такие вот лепешки в итоге получаются. Выпекались у меня ровно 17 минут. Это вот без сыра, вот это вот с сыром. Сейчас будем резать. Посмотрите, какие они пушистые такие, надутые. Получается горячее еще. Ну все, папа, еще. Не. Мама, где конфетки? Посмотрите, какие пушистые, горячие, ароматные. Вот такой был сегодня замечательный рецепт. Всем желаю приятного аппетита, удачных вам лепешек и до скорой встречи на моем канале. Всем пока!